Лопатинский сад – одно из самых излюбленных мест отдыха у жителей Смоленска. Здесь нередко проводятся свадебные фотосессии, народные гуляния, устраиваются музыкальные вечера и кинотеатры под открытым небом. К достоинствам паркового ансамбля относится развитая инфраструктура, небольшой пруд с ручными утками, обилие зелени летом и почтенный возраст этого исторического места. Туристов привлекают и остатки старинной крепостной стены, возможность неспешно прогуляться и отдохнуть на оригинальных лавочках под тенистыми аллеями. Разнообразить досуг посетителям паркового комплекса помогут аттракционы. Одно из самых любимых развлечений – 36-метровое колесо обозрения с закрытыми кабинками. Памятник защитникам Смоленска. 26-метровый мемориал отлит из чугуна по проекту русского архитектора швейцарского происхождения Антонио Адамо. Памятник стал первым монументом в Смоленске, который посвящен освобождению города от французских завоевателей. Торжественное открытие мемориала состоялось в ноябре 1841 года и сопровождалось праздничным богослужением, крестным ходом, торжественным обедом и даже балом для элиты. Кроме постаментов и обелисков, в парке можно увидеть несколько мостиков. Раньше перила моста использовались для крепления свадебных замков. Из-за того, что это могло привести к обрушению и повреждению конструкции, были созданы деревья для молодоженов. Теперь все замки крепятся на их металлических ветвях. В парке сохранились остатки крепостной стены, громовая и копытинские башни. У подножия стены расположилось современное творение – признание в любви городу, выполненное в виде скульптуры «Я люблю Смоленск».